У меня есть три небольшие заметки. Для начала Евросоюз вовлечен в стабильность и безопасность на Южном Кавказе уже довольно давно. И вы знаете ситуацию в России, Осетии и Абхазии, затем и вторжение в Грузию в 2008 году. С того времени Евросоюз активно вовлечен в эти процессы. Также мы сильно привержены к восстановлению территориальной целостности Грузии. Должным образом это должно выполняться, и мы считаем, что безопасность и процветание региона очень важно для Европы, поэтому мы предложили поддержку Армении и Азербайджану, чтобы помочь им решить их долгий конфликт. Мир — это не отсутствие войны. Это обширный детальный договор, который нужен всем сторонам для достижения устойчивых долгосрочных отношений. Мы на протяжении истории видели, как мирные договоры помогали нам двигаться дальше, поддерживать друг друга, и как они помогли нам решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И мы считаем, что нам не просто нужно сложить оружие навсегда, как было сказано ранее всеми выступающими, нам нужно достичь устойчивого договора. Мы выступаем за устойчивое применение данного мира. А касательно ситуации между Азербайджаном и Арменией, действительно, все Кавказы окажутся в благоприятном положении при разрешении данного конфликта. Раньше касательно границ проведены встречи бывшие советские границы и Алматинская декларация стали основой для определения границ. Когда мы говорим о демаркации границ, надо создавать и коридор для потока товаров. И если мы говорим об Азербайджане, то на Нахичеване открывается дорога. И здесь речь идет о сотрудничестве. Может, не говорим о сценарии, кто-то побеждает, кто-то теряет, а взаимовыгодные результаты должны быть, и необходимо создавать условия для развития торгово-экономических связей. И в заключение следует отметить следующее. ЕС и европейские страны, и недавно уже Германия проявили добрую волю, обещали свою поддержку. И мы прекрасно знаем и роль Турции. Нельзя пренебрегать роль Турции. С Азербайджаном Турция имеет особые отношения. Турция имеет исключительно возможность, потому что в данном мирном процессе есть возможность для обогащения этого. И особенно для Южного Кавказа, я говорю, можем провести такую же работу. Анкара действительно проявляет интерес к вопросам в Южном Кавказе. И как лидирующая страна региона показывает свои возможности касательно отношений между Арменией и Турцией. Надеемся на положительные результаты, потому что мы желаем сокращения напряженности на Южном Кавказе. И три страны региона, и Турция могут создавать условия для процветания, и это будет выгодно для всех, для стран Евросоюза тоже будет благоприятно, хотя и косвенно будет это. Прежде всего, касательно мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, будет иметь следующее значение. Мы уже говорим о повестке дня сотрудничества на Южном Кавказе. Как господин Гачев здесь отметил,
Да, настало время для периода без оружия, и таким образом мы покажем свою преданность к миру, и людские ресурсы, и финансовые ресурсы будут использоваться в интересах стран региона. Без какой-либо дискриминации можем создавать условия для развития торгово-экономической связи. По мере продолжения данного процесса перед нами появится такая же картина. Лидеры Армении и Азербайджана должны принять важное решение, это понятно. А мы присутствуем здесь, чтобы поддерживать именно мир в нашем регионе, для того, чтобы мир в этом регионе был прочным.